Ребят, всем привет! Вчера Боря был в городе на заказе. Присылают нам, значит, что нам присылают? Код. И говорят, заберите подарочки. И вот он поехал, забрал в Wildberries подарочки. Сегодня вместо меня кто будет распаковывать подарочки? Да. Боря и Максимчик. Будешь помогать? Да. Будем показывать, что нам прислали? Да. Какие подарочки? Машинку. Давай начнем с машинки. Машинку. Для вас. Подай. Тут не подписано ничего, просто прислали и все, наверное, для вас. Наверное, для меня. Ну, для тебя и для Бори. Вы же два младшеньких. Давай, разрезай. Короче, спасибо вам огромное. Борюсик будет вместо меня сегодня распаковывать, а я буду на съемке. Ты так хочешь? Сразу разрезать эти? Посмотри, вот уже, наверное, открывается. А, ну, давай так. Смотри, какая машина. Да нужно вытаскивать. Конечно, можно, если там заряжены батарейки. Если есть батарейки, давай раскроем, как... Не-не-не, подожди, вот смотри, где-то она... снизу. Вот, смотри, сына. Вот она, вот, смотри, разрезай скотч здесь и здесь, и она спокойно откроется. Да, вот так вот разрезай скотч. Раз, и с той стороны. Сейчас посмотрим, есть там вообще батарейки или нет, или она без батареек идет. У меня там где-то должны быть... аккумулятор, ну не знаю, заряжены они или нет, чтобы проверить. Какая машинка. Она... Так, теперь открываем. Так, держи, держи, я буду тянуть. Опа, теперь вытаскивай. Так. Ты видел? А теперь давай, Боря, разрежет. Вот, наверное, раскручивай, там раскручивай, раскручивай тут второй. Да, да, раскручивай, раскручивай. Опа, держи. Давай, и ты раскручивай. Вот, да, и он тоже. Раскручивай дальше. Раскручивай, чтобы вытащить. Давай, вытаскивай. Молодцы. Так, теперь вытаскивай. Ого, какая гоночная. А ну, открывай, давай посмотрим, есть там? А можно я сейчас поиграю? Да, можно, только непонятно. Давай, включим ее и попробуем пультом поуправлять. Подожди. Борисик, аккуратненько. Его нужно вытащить. Он засопьет. Что ты? Не-не-не-не. Давай его так сюда. Оп, все, давай. Вот здесь отрезай. А, вот, откручивай. Давай Максимка теперь открутит. Максимка, откручивай. Крути, крути, крути. И попробуем, будет она ездить или нет. Все, я включила уже. А ну пробуй, нажимай. Нажимай. Подожди, Максим. А, надо посмотреть батарейки. Наверное, там батареек нету. Нету батареек. Его ну, короче, поставим. Едет. Поставим, потом попробуем, хорошо? Да, она из этого не едет. Не едет. Ну, на, пока просто так ее подержим, и потом батарейки поставим в конце видео и поездим, хорошо? Нет, а ну, можешь рукой поесть. На кровати, давай туда не идем, потому что там Джесси сейчас начнет забирать у тебя машинку. На кровати поиграйся, пока мы дальше снимаем, хорошо? А потом в конце поставим батарейки. Нету батареек. Поиграйся просто так, хорошо? Ну что, продолжим? Да, спасибо. Пожалуйста. Скромно сказал ребенок, спасибо. Давай пока, знаешь что, откроем вот это. И пускай он это, Борюсик поиграется пока. А ну давай, что это такое, нейрораскраска какая-то. Борюсик, смотри, ой, Максимка, смотри. Вернее, Максимка поиграется. Ну это можно разрывать. Давай аккуратненько. Ты видишь, какая раскраска? Что это, интересно, за раскраска? Наверное, читание раскраски. Какое, что-что? Читание раскраски. Читание раскраски? Он думает, что это сказка. Сейчас посмотрим. А ну-ка. Готовую читать. Открывай. Вот так вот. Склади. Клади. А, так. Сажаем. Тут... Помоги посеять семена на грядках. На грядке сверху нарисуй зеленые точки семена. Вот здесь. На грядке снизу коричневые. На грядке справа, а вот коричневые, черные, а слева оранжевые. Вот тут нужно... А, я поняла, это раскраска с заданиями. Не просто разукрашивать, а именно рисовать то, что говорят. Поливаем грядки. Здесь, наверное, капельки нужно дорисовать, да, как грядочки поливаются? Mm-hmm. Вот здесь капельки, здесь капельки. Какая прикольная, с заданиями. Смотри, дом дорисовать нужно. Wow. А здесь разукрасить их принадлежности, видите? Это и просто классно. Спасибо. Разными цветами здесь задание дано раскрасить. Спасибо. Классное, скажи. Вот. Крутая раскраска. Максимка, бери, смотри книжечку. А как петуха? А ну посмотри. А как этого петуха
выбирала на книжке. Ну, на книжке никак. Это просто показано, что это раскраска. Его здесь ты не раскрасишь, потому что там такая скользящая поверхность. Ну что, Борюсик, открывай, что же там запаковано? Здесь-то было все понятно и ясно. А вот что здесь запаковано, а? А, вот еще, смотри. О, это что такое? Вот смотри, я Боря. Я уже видела. Кристаллики. О, класс. Вот... Мне интересно, кому это Анютке передали или что? Посмотри, какие классные нет, вообще. Тут... Это их на ниточку нанизывать. Что там? Может, это все бисер? А ну, покажи. Защитите. Сегодня в киндер-сюрприз играется Боря. О! Что это? Что это? Это слайм. Ты думаешь слайм? А мне что-то кажется, что все связано вот с этим будет. С поделками. Вот что-то у меня такое мнение. Ой, тихо. А, серьезно, это слайм. Только он раскрылся. А, это для слайма, наверное. Ой. Золотистый, посмотри, какой классный. Ой, надо его вытащить, разлился он все равно, слава богу, что не засох. А ну да, я покажу. Посмотрите. Еще он открывается. Золотистый вот слайм, там. Вот он весь сюда вытек. Вот, смотри, он весь, собирай. Сейчас мы его соберем, покажем. Ну вот с пакетика я собрала. Покажи. Посмотрите, дай на свет. Какой красивый, блестящий. Дай в руку достану. А какой приятный. Держи коробочку, эту коробочку держи. Посмотрите. Посмотрите, класс, какой слайм красивый, Боря. Как будто волшебный какой-то, да? Вау. Нравится? Да, только он не липучий. Он не прилипает к рукам, наоборот, приятно. Он как будто, знаешь, какое-то золото, какое-то, не знаю, ну какое-то вот магическое как... что-то. Это как будто этот, ну есть такое... Сокровище. Да, алмазы типа, да, или что-то да, такое? Типа очень классно. Да, так светится, да. Похоже на цвет алмаза. Да. Еще алмаза. Очень красиво, спасибо огромное. Давай сюда клади. Закрывай теперь все. А ну-ка, я тебе открываю. Здесь, мне кажется, тоже тогда слаймы. Мне тоже. Да, точно, в таких же коробочках, только какие. А ну-ка, интересно. Интересно. Если три слайма, это значит тебе, Максимке и Борюсику. И Саше. Ой, тебе, Максимке и Саше. Борюсику, значит, два, я сказала, да? Говорю, тебе, Максимке и Борюсику. Ты услышал, да? Да. Да, Саша. А ну-ка. Интересно, они все одинаковые будут или все разные? Ну, я думаю, что все одинаковые. Все, можешь уже доставать. О, разные. Здесь жемчужный какой-то такой. Класс! Посмотрите, какие слаймы вообще! Класс! Это оранжевый, спасибо. Золото! Скажи! Да! Вообще! А-а-а. Класс! Я все время скрываю здесь так, и здесь, пегас. А это можно открывать. А, там открывать можно, да? Да. А ну-ка давай. А тут какого цвета? Ну, классно, что разные, потому что вы тогда ссориться не будете и не будете путаться. А, очень. А ну-ка. Зеленый, красный, а, такой же. Два одинаковых. Два одинаковых? Да. Ну, значит, может, Максимке дадим вот такой светлый, а вы свои у себя будете держать, а Максимке дадим светлый, чтобы точно знать, что это его. Подожди, мы подпишем да. Одинаковые. Да. Нет, один подпишет, а мы другой... на днях, папа поедет к ребятам в санаторий, и мы передадим ему слайм Сашуне. Передадим? Сюрприз сделаем. Да. Все. Я передам. Ну, если ты поешь с папой, ты передашь. Если нет, то папа передаст. А ну, это открывай. А что там? Вот тоже мне интересно, что здесь такое? Может, там письмо? Стоп. Ну, хотя это ж с Wildberries отправили. Навряд ли там письмо. Давай, пока Боря там открывал пакетик, я тут сюда уже вставила аккумуляторы. Не, это маленькие. Надо большие. А сюда нету вставить. Нету. О, давай, найдешь? Две. Давай. Надеюсь, что они у нас новые, не севшие там лежат. Так. Гвоздик. А для пульта не хватает гвоздей. Для пульта. Что-то не работает. Базы не засунул. Там есть батарейки? Не работает. Есть?
Есть, только либо аккумуляторы разряжены, либо батарейки разряжены. Короче, будем разбираться, но, к сожалению, в этом видео показать мы не сможем. Уже где-нибудь в жизни, хотел сказать, в жизни за кадром. Где-нибудь в одном из видео, во влоговом, увидите. Нужно батарейки за это. Ого, она тяжеленькая такая. Ну, смотрите, у вас гоночная машина. А есть еще та на пульте, которую Тёма подарил. Видели серые? Вы сможете вместе гонять. Она разряжена. Разряжена. Надо все позаряжать. Там нету батареек. А где они делись? Не знаю. Надо все понаходить. У нас было много аккумуляторов. Что, кусается Джесси? Ну что, давай, распечатал? Вот, такие же. Смотри. Но мне кажется, что это в слайм. Да. Конечно, на них можно их и нанизывать, но можно их и в слаймы добавлять. Сына, смотри, что у тебя. Слайм. А вдруг Да. А вдруг это? Только ручки. Давай ручки сначала помоем. Слаймы брать нужно чистыми ручками. Салфеточкой протрем. Можно я самому? Сам протрешь? Давай. Я сам. Бери салфеточки, протирайте руки. И будем играть. Короче, спасибо вам огромное. С машинкой мы разберемся. Поставим туда хорошие батарейки. А сейчас будем прощаться, пускай дети наслаждаются слаймами. Правильно? Максимка, говори спасибо тете, которая тебе слайм прислала. Говори спасибо. Спасибо. Это тетя тебе подарила слайм. Все тогда. Пока-пока. А это что такое? Слайм. А, это кусочек слайма. Смотрю, что это такое за капелька такая. Ага. Все. Давай сюда его. Оп. Все, спасибо вам огромное. Ротик хорошо, вытри тоже. Ротик хорошо. Пока-пока, ребят, до новых обзорчиков. Сегодня у нас получился какой-то детский обзор, да? Все, давайте прощаться. Максимка, давай прощаться со всеми. Пока-пока, будем сейчас играться с лаймами, разбираться с машинкой.